В Москве, в спортивном манеже имени братьев Знаменских, состоялся финал розыгрыша Кубка СССР Кубка Известий по легкой атлетике. Соревнования проводились по 19 видам. Нуну Абашидзе из Одессы стала первой в толкании ядра. Ее результат 16 метров 90 сантиметров. В беге на 60 метров первыми со временем 6,7 секунды были москвич Александр Хорошев и ленинградец Валентин Иванов. А Ольга Летуновская из Москвы первенствовала среди женщин. Ее время 7,5 секунд. Московская динамовка Ирина Бурлаченко была первой в прыжках в длину 6 метров 7 сантиметров. Бег на 3000 метров. Быстрее всех за 8 минут и 2 секунды дистанцию прошел Александр Беклемешев из Москвы. В острой борьбе с соперниками планку на высоте 2 метра 18 сантиметров преодолел Александр Григорьев из Минска. Кубок СССР, Кубок Известий по легкой атлетике, разыгранный молодыми спортсменами, завоевала московская команда «Динамо». We'll be right back.